есть команда ребят, которых я вызываю в экстренных ситуациях. Мы с ними идем в магазин винилов, в котором находится большой сейф, в котором и находится этот повар. Нам нужно его вскрыть, нам нужно пройти сквозь охрану, и нам нужно еще побороться для того, чтобы этот рецепт вернуть обратно. Ура, мы прилетели в Нью-Йорк. Мне почти 32, и это мой первый раз, когда я вижу океан воочию, вживую. Ну что, мы едем на поезде Гарри Поттера? Итак, мы в вагоне, отъезжаем от платформы. Какой номер? 9¾. Молодцы! Я ждал этого момента всю свою жизнь. Идем. Еще мало побыли в ЛА, поэтому закидываю копейку, чтобы вернуться в бассейн. Кажется, что месяца два мы ездили здесь. Ну, в принципе, же понравилось. Очень. Но я так хочу домой. Переживаю. Ответственный день. Я его записал на диктофон, наговаривал друг за другом. Потом все это дома переписал, добавляя какие-то моменты. И уже на следующий день на студии мы накопили с Серегой просто гитару, я под нее прочитал. И вот так, как прочел, так вот и рассказываю. Альбомное откровение. Просто хочется вживую его исполнить. Пришло время. Витамин D! Монати! Лишоу витамин D! Монати! Это приятный бонус к твоей работе, когда все-таки если тебе что-то вручают в любой сфере, это в первую очередь оценка людей, а значит, ты это делаешь не зря. Спасибо, три юны, Юна, спасибо, спасибо всем, кто голосовал. Три юны, ура! Нет, вообще, это на уровне идеи, то есть, есть идея сделать дуэт с Ниной Матвиенко. Super Powerful Punch Collaboration. Я считаю, это вообще шикарнейшая артистка. И если это получится, это будет огромным достижением. Поэтому мы сейчас с ребятами работаем над треком. В цей день час рікою швидко так лється. Умора не солоне, що знайдеться на мапі не цих світів. Сегодня в Палаце Украина мы с Ниной Митрофановной Матвиенко наконец-таки презентуем песню «В цей день». Переживаешь? Да, очень, очень сильно, честно говоря. Уже так хочется, чтобы это все началось. Mon attique del sens. Paris del sens. Mon attique del sens. Видео Монализу. Самое востребованное место. Самая востребованная точка. Хочу проверить наши костюмы или все на месте. Попали в любовь и ударили в танцы.
Доброе утро. Мы с вами находимся. Мы в передаче «Барселона. Шаг за шагом». Привет, Барселона! Провезли вам огромную порцию витамина D прямиком из Украины, поэтому ждем вас всех сегодня на концерт, а завтра в Мадриде. Hola desde Ucrania. 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 Hola desde Ucrania. Привет, мы приехали в Мадрид. Мадрид бодрит, Мадрид радует, Мадрид плачет. Now on the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder. The joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone. Мы приехали с фотосессией на реке Лет, которая, мне кажется, прошла просто нереально. И плюс это первая обложка мужчины, украинца. В украинском издании «Мари Клер». Прошло мощно, классно. Девчонки интересные, там же такие девчонки, как бы, модели, знают свое дело. Just wonder why Gambino got the game. Yeah. Half tie thicky, all she wanna do is bang. Yeah. Got her hair done, French braids, now she ASAP. Bino so insensitive, she asking why you say that. I'm chillin', real nigga feeling. Rich kid asshole, paint me as a villain. Still spittin' that cash flow, DJ Khaled. I got penthouse on both coasts, PH balance. I invented sweat, popping bottles, putting supermodels in the cab. Proof. Очкова? Да. Truth. New watch alert. New blows. All the big face rolly, I got two of those. День заканчивается, но начинается самое интересное. Давай с нами. Можно записать. Гадим на нёс. Ты опасный. Иди, Вов, русал. А я такой раз, типа, русал такой сижу. Сегодня я русалка сижу. Музыка. Но это такая красивая локация. Посмотри, здесь можно так круто обыграть. Мы хотим сделать... Вот я не буду скромничать в этом плане, потому что у нас реально есть амбиции сделать что-то такое именно на этом стадионе, чего ранее здесь еще не было. Мы сейчас как раз вместе с Денисом Стульниковым подходим к какому-то логическому, ну и также концерт UA и Virus Music. Всей командой, которую мы делали «Витамин D», мы делаем «Love It Rhythm». Для нас это тоже рост, это большой вызов. И мы как-то вот сходимся на одной вот этой концепции, которую хотелось бы реализовать. Вот так прикольно звучит «Love It Rhythm». Ну, во-первых, я действительно обожаю, когда люди танцуют под музыку, которую мы создаем. Обожаю, когда происходят большие концерты, и
все начинает, ну понимаешь, все живет в один ритм, все сердца бьются воедино, вот в этот звук, вот в эту пульсацию, когда на 2 часа все забывают обо всем вокруг и просто вместе звучат в унисон и ловят один ритм. Это так круто. И представь, если удастся словить один ритм, вот на этой огромной площадке Олимпийского стадиона. Не первый раз, когда я захожу на стадион, ну, наверное, на беговую дорожку впервые. А так я был здесь на Океан Эльзе, на Depeche Mode, на Мадонне, на Red Hot Chili Peppers. Ну вот 4 концерта. Не знаю, будет ли еще 5-й, возможно, 5-й будет уже свой собственный, но скорее всего так будет. Сложно пока осознать этот масштаб. Я представляю трибуны все в людях. Ну, по крайней мере, очень бы хотелось, чтобы так было. Иду на работу. Человек, который придумал хэштег «Жизнь поет», потому что она действительно поет, друзья. Она дана нам один раз. Вы сегодня будете под него танцевать, и тем самым вы будете спасать чью-то жизнь. Это ли не чудо? Думайте об этом, когда для вас на сцене уникальный, неповторимый, фантастический Манаде! Это все о тебе, ничто и никогда не сломит нас. Жизнь поет о тебе, ничто и никогда не сломит умни. Жизнь поет, это все о тебе, весна. Мы стояли, у нас тут таймлэпс, подбежала девушка и спросила сфотографироваться. Я сказала, что у нас сейчас как раз снимает скрытая камера, и она убежала. О боже! Вот так. А еще подошел европеец какой-то молодой и говорит: «Hi guys, you look so awesome. I just wondering what you're doing here». Мы такие: «Just talking». «Just talking? Okay, have a nice day». Смотри, короче, ты идею понял, да? Да. А теперь смотри, у нас типа заканчивается типа вот такая тема, и типа все гаснет, и тут такой какой-то, ну вот у нас что у нас тун-тун-тун-тун-тун, да. А и начинаем с слов, типа, и очень в глючном таком, как гипноз, знаешь, справа налево очень хочется, типа, ты. Ты опасна от того, что голос твой, который день не занимает, всем столицы. И вот тут уже нам нужно, типа... Это то, что нам нужно.
страшно. И это напрасно. Нет. Это прекрасно. Да. Опасно? Прекрасно. Я вижу, было бы скучно. И это прекрасно. Начинаем мучить меня. Начинаем мучить меня. Да. Когда ты в трусах? Лево на конструкцию. А ты с самого начала в трусах был? Важно, чтобы ты... Почему я только сейчас это заметил? Это мой лук. Сами бэнг, барабэнг, прогоняй лень прочь. Прокачай, что это ночи ночью или днем хочет. Подойдем ближе, в центр взгляды все заберем. Здравствуй, дворец спорта, здравствуй, Киев. Надя, я... Посмотрите, как много людей работало над тем, чтобы вот эта коллаборация произошла. Він повернеться туди, де почалась його приголомшлива музична кар'єра. Монатік у прямому ефірі X-Фактора. Это то, от чего без ума. Это музыка. Это X-Фактор. Это красота. Это то, от чего без ума. Эй! Это ваша часть, вы же ее так хотели. Все, давай, теперь давай, танцуй!